Нурсултан Назарбаев – один из главных архитекторов постсоветского обустройства геополитического пространства. Но это цитата депутата Национального собрания Армении Хосрова Арутуняна. Известный политик в прошлом премьер и спикер парламента республики подчеркивает роль казахстанского лидера в современной истории, возрастающую день ото дня. Он называет Назарбаева решительным лидером, думающим не только о своем народе. Глобальное видение проблем и перспектив – вот отличительные качества, которые даны не каждому игроку в большой политике, подчеркивает парламентарий. Не случайно, что вот, соглашение о формировании СНГ, Союза независимых государств, было подписано в 1991 году в Алматы. Я присутствовал во время этого подписания этого акта. Это уже говорит о том, что еще тогда Казахстан, Назарбаев, в лице своего президента Назарбаева, играл ключевую роль в определении, если можно сказать, государственной конфигурации постсоветского пространства. Это очень сложный вопрос был. И не случайно, скажем, вот в 1994 году, выступая в МГУ, он выдвинул идею Евразийского экономического сообщества. Что это говорит? Он понимает, что сообща можно добиться многого. Как отмечает Арутунян, благодаря многовекторной политике Казахстан стал лидером Центральноазиатского региона. За исторический короткий промежуток времени страна сумела совершить серьезный экономический прорыв и стать важным партнером в межгосударственных отношениях.